Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что преподнесет вам пятница. Итак, посмотрим. Ну, чем-то вы будете заниматься, может быть, работой или изучением чего-то прям в гордом одиночестве. Ну, это реально такое гордое одиночество, когда вам нужно сделать какую-то работу, выполнить какое-то задание, возможно. А еще, что преподнесет вам пятница, какие-то денежки. А причем для кого-то денежки будут очень крупными даже. А возможно, как раз сделаете какую-то работу, выполните работу и получите за это деньги. Еще, девочки, смотрите, начало какого-то нового дела, что-то вы начнете, может быть, новое дело, новый проект, либо планировать будете что-то. Но здесь прям, я бы сказала, уже прям начало чего-то. Конечно, в рамках, скажем, одного дня это может быть начало генеральной уборки, там еще чего-то. Кроме того, тройка пентаклей, это могут быть какие-то деловые встречи. А вот, ну и в том числе встреча с мужчиной, с вашим. Вот, про знакомство я, конечно, здесь не говорю. Мечты. Мечты о чем-то еще будут у вас, о чем-то вы будете мечтать, ждать, надеяться. Вот, но здесь может быть встреча с женщиной, которая постарше, да, или деловая встреча, скажем, с женщиной, которая выше вас по материальному или социальному положению. Вот, а также я хочу сказать, вы себя будете чувствовать в пятницу прям такой на высоте. А вот, несмотря, ну, потому что день, честно говоря, сложится. То есть у вас тут много чего получится. Какие-то ваши планы получатся, осуществятся. Да, какое-то дело получится, деньги получите. И реально будете чувствовать себя на высоте.